Всем здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня на моем канале наконец-то выходит ваша любимая рубрика «Топ-3 Android игр», которую вы наверняка ждали. И правильно делали, потому что я приготовил для вас реально крутые игры. Ну что ж, начнем наш топ. Первая игра на сегодня называется «Черная пятница», и она представляет из себя экшен-игру, в которой вы будете устраивать кровавые разборки с различными покупателями за товары, которые сможете найти в магазине. Всего будет доступно 5 различных магазинов. Первый магазин будет доступен бесплатно, а магазины, начиная со 2 по 5, будут доступны за игровую валюту. Для перестрелок с покупателями вы сможете выбрать различные оружия. Это пистолеты, автоматы, пулеметы и даже ракетницы. Также вы сможете докупить различные патроны, гранаты, мины и многое другое. Помимо всего этого, у вас будет возможность нанять себе телохранителя, который попробует вас защитить в перестрелках. Сам геймплей состоит в том, чтобы вы, зайдя в один из магазинов, взяли тележку и направились к месту, где найдете различный товар, который имеет скидку. После этого ваша основная задача — добраться до кассы, но сделать это будет не так просто, потому что вас будут пытаться убить другие покупатели. Добравшись до кассы, вы покупаете товар по дешевке и после этого выкладываете его на аукцион, где его покупают гораздо дороже. Таким образом, вы зарабатываете себе игровую валюту, с помощью которой вы сможете все остальное купить. Сама игра получилась очень веселой и зрелищной. Одно удовольствие — использовать различные виды оружия для перестрелок с различными покупателями. Короче, советую ознакомиться с этой игрой, а мы идем дальше. The Big Johnny — это очень крутой платформер для Android. В нем вы будете играть за кота Уса, и ваша основная задача — спасти своего лучшего друга кота Чо. Управлять вашей котейкой вы будете с помощью акселерометра вашего устройства. Наклоняя его в разные стороны, вы сможете управлять движением вашего кота. Вам придется катиться вниз по различным лабиринтам и пещерам, преодолевать различные преграды, прыгать, а также вы будете собирать различные бонусы в виде еды, чтобы не оставить голодным вашего милого героя. Также вы сможете собрать различные усиления, которые помогут пройти вам эту игру. Постепенно проходя уровень за уровнем, вас затянет эта великолепная игрушка с очень красивой яркой графикой, веселым саундтреком и удобным управлением для мобильных устройств. Короче, эта игра подойдет для всех возрастов и полов. А мы переходим к последней игре за сегодня. NASCAR Head Mobile – это игра, в которой вы почувствуете себя водителем популярных гонок. Вас ждет около 23 различных трасс, более 35 зданий, которые вы сможете создать, и различные украшения для фан-зоны. Ваш автомобиль вы сможете настроить, как вам будет угодно. Гоняя по различным трассам и выигрывая гонки, вы будете зарабатывать деньги, и с помощью них вы сможете улучшить свое авто или построить новое здание. Графа тоже не подкачала, выглядит все добротно. А на этом сегодня все. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока.